в той земле в Даурах, где я, Василий, был, на великой реке Зии, на Усть-Селимбы реки, живут люди сидячие, хлебные и скотные. Сеет у них 6 хлебов разных. И звери, де государь, соболей, рыси и лисицы много. А красная рыба здесь, видимо-невидимо, и онная будто с дуру сама на берег прет. Должно быть, так выглядело первое поселение на Амуре, крепость Албазина. Спустя 2 века, так значится в летописи, 9 мая 1858 года станица Уззийская, что на слиянии Зеи с Амуром, была переименована в город Благовещенск. Немногое сохранилось с той поры, но любовь первых поселенцев к этой земле осталась прежней, а Благовещенск стал центром хлеборобного Преамурья. Город как город, только стоит он на берегу Амура у самой границы.